Что? Хаги-ваги? Да, ребята, в Роблоксе, смотрите, какой классный, настоящий почти. Он реально у тебя получился просто шикарный. Как ты это сделал? Кучи флип-флапс. Сейчас я вам покажу еще, какие бывают скины, которые ребята делают. Че? И, например, хаги-ваги бывают. Вот такие! Бати! Ну да, это с открытой прав. А кто там хаги-ваги, только цвет? Да. Да уж, ну какой-то скин, этот не очень. Причесочка. А этот вообще какой-то... Что это такое? Это кот какой. А это, Балди, ты видела вообще? Тоже похож на хаги-ваги. Итак, Балди. Давай ты сделаешь... Сейчас я буду делать сам свой скин, смотрите. А я покажу 5 топ лучших сейчас игр в Роблоксе хаги-ваги. Отлично, поехали! Так, ну что, Балди, у тебя тут супер уже. Я даже боюсь. Малина, я, короче, не модель, не девочка. С чего мне начать? Короче, заменяешь скин на кул. Видите, он делает специально такие ноги и берет узкое туловище синенькое. О, круто у меня получается, смотри. Ну, а, я должен сделать себя худым и длинным, да? Балди, да! Балди! Круто! Вау, вот это ноги, нет, даже длиннее делай. Длиннее, еще длиннее. Ой, у меня приведешка откуда-то вылетел. Слушайте, это ты в Roblox and High School, да. А теперь да. Вау, смотри, рука. О, рука, пал. Мяу, а кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, тот будет учиться только на отлично. Считаю, 3, 2, 1, мур. Пал, 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 сделай. Хаги-ваги, класс. Пал, у тебя две руки не параллельно вместе. Ну одна, короче, другой. Ага. Слушай, реально круто. Что? Вообще. Балди, что большая с головой? Большая голова будет и большая. Ладно. Пасть. Балди, да. На 5 месте мы сейчас Валерии тебе покажем. Да. Солнышки, вот такая офигенная игра. Какая? Так, вот ну так. Смотри, мы уже зашли в нее. Да. И у меня уже даже есть такие ручища, блядь, Балди. Это можно, которыми руками берем. Как в игре Bobby Playtime. Да, давайте глянем, какая все-таки игра победит сегодня в топе. Так. На 5 месте вот такая игра, она неплохая, но здесь Балка. Не хватает многое. А что надо делать? Слушайте, там, по-моему, был хаги. Где? Да, где? Я не знаю, где мы глянем? Ой, вон он стоит. Не, ну это не живой. А, вот. Кисси-мисси, я пришла. Вон хаги ходит. Их тут много. Ой, там кисы играются. Офигеть, они нас ловят, что ли? Да, они походу. Тихо. Вали, вали, вали быстрее, беги. Не, ну это неплохая игруха, ну, смотрите. Да. Красиво. Слушайте, подожди, а что это за дверь, Валерий? А, Малина, ты опять туда же дошла? А, нет, стоп, подожди, вот, вот в эту это. Правую. Что там? Это телепорт. Это что-то тут, подожди, это можно одеть. Да, это можно стать, хаги-ваги, киси-миси. Так, здорово. Слушайте, здесь реально можно ими стать. Я буду тогда розовой киси-миси, глянь, какая я ржачная. Тут все прям игрушки с игры Bobby Playtime, вы видели, пчелка, динозавр. Ты видела нашу улыбку? Балди, сделаешь нам такую киси-миси потом? А вы напишите потом обязательно, какой скин победит сегодня у нас. Конечно, мой! Ну, давай проверим, вдруг у тебя не сильно получится. Сильно-сильно, посмотрите. Смотрите. Короче, мне осталось сделать бошку и покрасить и шерсть. Шерсть, одеть взять шерсть. Слушай, ну самое сложное, это именно ты должен одеться. Ой! О, где твоя башка, Балди? Балди, ты решил без башки быть сегодня? Так веселее, она отпала куда-то, убежала. Блин, она укатилась! Я не вижу, куда она укатилась! Смотри, если ты вобьешь этот код, видишь, вот 77, хорошо. 27... Да, сейчас сбиваю! Вот обновляй, делай! Видел? Класс! Что? Круто! У меня ноги хаги-ваги! Ты покрасил синий цвет, вау. Только обязательно солнышки записывать, и вот эти циферки, это очень важно. Благодаря ним ты сделал себе такие ноги. А я руки такие могу себе сделать? Наверное. Да, только перейди в руки и вбивай теперь, короче, код на одежду сверху. Да. Сейчас попробуем. 77, 32, что там было дальше? 75. Да. Какие еще дальше цифры? 66, 56 и 69. Все, вроде должно получиться. Проверяем. Вау! Слушайте, вообще круто. Мне только головы не хватает. Малина, а можно я без головы победю? Слушайте, а вы заметили, там даже было написано попе на верхней одежде. Ты видел, Балди? Да, я видел. Так, ну тебе не хватает этого белого твоего бантика. Ты понял бантик этот, который висел у Хаги? Я шучу, Малина, его где он взять? Ну, день... Ты, Балди! Балди, что это такое? Вам нравится? По-моему, я симпатичная. Ну, походу, не тот бантик ты ввел. Да. Ходи обязательно там, где у нас вот эти, получается, аксессуары. Да. И здесь вбивай слово, как у нас по-английски, Балди, ты с английским дружишь? Балтик! Все! Балди, ты прям...
язык. Круто. У меня какой-то не бантик, а как сопли с носом. Не, ну он реально крутой. Ладно, все хорошо. Где голова? Балди, без башки пойди уже. Где моя голова? Балди, ты что это за нафиг, Балди? Да то я буду ты хорошо. Ты что, глазом? Я всех видеть буду хорошо. Ладно, давай глянем. Да. На четвертом месте у нас занимает топ-игра. Смотри, вау. Я нашла здесь даже коридор. Вообще, цветок! С цветочком. Дверь, цветок, да. Где комната Поппи? Ага. Кто вообще в курсе, да, этой игрухи, ставь лайк и подписывайся на наш каналчик. Так, переходим. Здесь даже есть эта кукла. Ребята, да прикиньте, ладно. Да. Ну, вы к ней не ходите, она вас хавает. Ага, конечно. Ты думаешь, она тут схавает? Да. Она сидит в шкафу. А ты ее открой и все узнаешь. Что-то мне стрёмно. Вау, смотри, она реально вот крутая. Да, вау. Она очень похожа. Может ее тронуть? Может ее взять в ручки? Да, Малина. Всё, Малина, спасибо. Она тебя схавала. Дисконнект. Слушай, Балди, у тебя что получилось? Ну это не я, смотрите, это другие ребята сделали такой скин крутой. А что у него голова получилась? Стоп, ну подожди, у него даже рот с этими зубами. Офигеть. И глаза. И ушки, как у Микки Мауса. Давай посмотрим, и ты повторишь. Давайте. Смотри, код 7747. Нужно вбить, о, видел? Везде. И тогда. Смотри, что он берет. Он берет обычную бошку, в нее вставляет обычный рот, а потом еще берет какую-то фигню. А нельзя просто сразу волшебный код вбить и стать хагивать. Да, Балди, так было бы слишком изи. Да. Так, давай, смотри. Вбиваем! А здесь вбивай вот этот код. Смотри, видишь зубы? У да. него получились, клево. Классные какие зубы. Да, ну а как он на весь рот их сделал? Ну вот как мне сделать голову треугольную? О, получилось! Бань, ты решил без башки побегать. Ну так, побегаю. Появляю, башка куда-то убежала. Она отпросилась, ушла. Или тыкву может себе сделать. Хотите тыкву? Да, Балди, конечно. Я буду теперь тыквой. О. А он, короче, круассан делал вместо башки. Что? Ты видел? Класс! Да, прикинь. Круассан вместо башки? Вот как у него эта форма получилась. Слушайте, реально офигенная идея, Балди. Балди, ты попробуешь повторить? Попробую. Давай, Балди. Пока с тыквой похожу. Балди, ты, короче, как всегда. Да. Ладно, тогда смотрите, на третьем месте. Да, ну кто угадает, какая игра на первом. Вот в этой игрухе тоже очень круто. Валерий, заходи ко мне. Я зашла. Как настоящая игра. Ну, давай глянем, что здесь есть. Ее много, вы, кстати, писали про нее, рекомендовали в Дискорде нам. Давай посмотрим, вообще похожа она на игру. А как туда зайти? Алло! Эй, как можно посмотреть? Нужно посмотреть на цвета вагончика в соседней комнате. Нет, тут, короче, вот дверь, Балди, смотри. О, это же Хаги-Баги стоит, вас ждет. Ну, что-то он нас не ловит. Хотелось бы, чтоб ловил, да? Ладно. Было бы а у него, может, ключик можно взять? Слушайте, тут можно игруху делать, да походу. Да ладно, Малина, ты сделала себе игрушку? Пока еще нет, но можно попробовать. А давай сделай. Make a friend. Make a friend. Слушайте, да, мы вначале ее сделаем. О, там Поппи нарисован. А, что они там стоят? Лера, красавчики? Не ходи туда, укусят. Я хочу посмотреть, что в этом конвейере. А, подожди, а вот это, смотри, они стоят, они даже обуты. Что? В каблуках, вы серьезно? Ну, ничего себе, вообще, Миси-миси в сапогах. Да. По-моему, переборчик с этой игрой. Да. Ладно, давай смотреть, что у нас на втором месте. На втором месте Scary Elevator. Да, это в лифт новый, добавили уже Хаги-Баги. Балди, ты видел? Круто, так он вылазит, он живой, он сейчас нас схавает. Малина, ходи к нему. Малина, ты как-то выиграла. Слушай, а может пусть Малину схавают сегодня? А давай. Чего ты, Балди, за что? За все, что ты сделала. Толстая тевтелька. Да ладно, солнышки, поставьте мне лайк, чтобы Балди меня не сжирал. Так. Так, ну, короче, мы зашли уже в лифт с Валерией. Убийца! А, ну, нам Сара? Ну да, не достался нам Хаги-Баги, какая-то нам Сара досталась. Тетя Саха поехала? Да ладно. Кто это? А, Валерия! Валерия! У нее там сердечки в форме крови. Классная Сара, не хотела бы ее в жизни увидеть. Вот придумали, блин. Слушайте, я тут нашла какую-то монетку шикарную, красненькую. Малина, у тебя монетка где-то застряла. Ладно, ну на первом месте у нас сейчас игра. На первом месте Балди в своем скине. Ну, давайте узнаем, напишите в комментах обязательно. Ну, она реально, играешь ты один, здесь нельзя играть с кем-то, она очень похожа на настоящую Хаги-Ваги. От первого лица? Это что такое? А когда руки выдавать будут? Тут даже реально нужно на руки код вбивать, Балди, не все так изи тут все сложно. Мы же знаем все коды, мы же все умеем. Тут даже кассету надо смотреть, Балди, прикинь. Да ладно, с мультиками?
ну как с мультиками, не очень мультики. Вот, руку, Малина, бери себе. Малина, руку себе возьми. Еще не дают, ребята не дают мне руку. Вот, все, досмотрели кассету. И тебе дали руку. А где она, кстати? Да вот она, о, все, есть. А где вторая? Малина, ты ее можешь пользоваться. Валди, ну вторую же найти надо. Малина, иди в туалет, попользуйся рукой. Фу, Валди. Да какая она, короче, темноватая эта игра, немного мне не хватает. Ладно, потому давай. Что надо включить руку свет. Конечно. Тихо, давайте откроем дверь. Дай пятюню. Валди, она открывается, нет? Ну открывайся же, давай. Открывайся. Она не хочет Малина, открывать. Надо, значит, надо другую открывать. Потому что Хаги сейчас придет. Все, открылась, Малина. Получилось. Сейчас Хаги придет, осторожно. Так. Welcome to... Ой, он стоит! Ой, блин, он стоит, короче, а где ключ мне взять? Кто знает? Ключ у него в ладошке должен быть! Ну да, так, а где это он тут? Малина! Да ё-моё, откуда он взялся? Короче, он просто справился. Так, голосуйте, друзья, какая игра для вас сегодня самая крутая оказалась? И понравился ли вам скин Балди без башки? Все, солнышки, мы вас всех очень любим, вы нас самые лучшие. И не забывайте подписываться, не забывайте про наш каналчик Валеришка Family, Валеришка Games, Play, Max. И мы встречаемся в следующей серии. Нажимай на ссылочку.